И всем привет, уважаемые друзья, с вами Мошт, и мы продолжаем выживать в игрушке под названием This War of Mine. Насколько вы помните, к нам пришел новый человек, Светлана, которая любит детей, и она просто спасла нас тем, что теперь мы можем заниматься как хозяйством домашним, так и вылазками. Однако с приходом нового члена нашего общества у нас появилась новая проблема. Мы оба ранены и оба голодные. У нас ничего нет. На что же мы пойдем, чтобы выжить? Добывать, охранять. Куда же мы пойдем? Много лекарств. Тут придется воровать, наверное. Ветхой трущобы нет. С осторожностью. Много лекарства. Тихий дом нет. Ребята, придется идти в гараж и обмениваться на лекарства. Я свой возьму ножовки. Одну ножовку. Ах, ребята. Ножовочку возьму и, наверное, даже не знаю. Нет, я ничего не буду брать с собой. Добывать. Мы легко ранены и идем за помощью. Я надеюсь, рана сильнее не откроется из-за того, что мы бегаем. Но у нас нет выбора, иначе мы просто не успеем. Собираем все, что только можем. Видите, он ему больно, ему тяжело ходить. Мне тоже нужны лекарства, друг. Извини. Так, вот тут у него, видимо, отец. Я собираю все, что только могу. Очень быстро собираем. Тут что у нас? Ничего полезного. Нам придется найти какой-то выход. Надеюсь, кофе еще в цене. И ему нужно кофе, хотя не уверен. Что это было? Выстрел? Или это откуда-то сбоку, наверное, да? Это же не по нам выстрел был. Я очень надеюсь, что выстрел был не по нам. Так. Угу. Собираем. Что у нас тут полезного? Ничего. Бежим на крышу и обмениваемся с ним. И надеемся на то, что он даст нам разрешение на лекарство. Тихо. Без спринтов. Спокойно идем. Так, тоже можно побегать. Друг. Бинты и лекарства. Не очень. Он не берет вообще даже компоненты. Я могу дать тебе вот это. Что? У него нет лекарств? В смысле у него нет лекарств? Как так-то? Как так, нет лекарств? Ребята. Хотя бы для света. Хотя бы для света мы должны взять лекарства. Другого выхода я не вижу. Мы иначе умрем. Я не буду брать у тебя еду. Да ведь? Вот ведь еда у тебя.
я не буду брать вашу еду. И я тоже не буду брать. Нельзя брать, нельзя. Ой-ой-ой, сколько здесь всего, ребята. Еда, медикаменты. Ой-ой-ой. Нам нужно посмотреть наверх. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Сейчас он ляжет поспать, и мы посмотрим, есть ли там лекарство. Нормально? Меня не увидели? Нет, это мы оставим ему. Ну что ж поделать, пришлось поделать-то. Ну, украли лекарство, но мы оставили травы ему. И, наверное, потом, когда у нас будет все хорошо, мы продадим им снова лекарство. Я надеюсь, что он продержится, и все будет хорошо, потому что он болеет, и ему нужно лекарство. А у него был бинт. Бинт нужен для раненых. А он не ранен, ребят. Мы не забрали у него медикаменты. Мы забрали то, что ему реально не нужно. Так. Ай-яй-яй! Блин! Это были крутые злобные ребята, но они смогли нанести лишь немного вреда. Света получила несколько серьезных ран. Ситуация очень серьезная. Света, где ты? Ты должна поесть. Ребята, либо мы воруем, либо у нас умирает Света. Мы должны ей помочь. Мы очень голодны. Опечалены. Почему? А, да. Бедные люди. Я знаю, было жестоко забирать их провизию, но пришлось выбирать либо они, либо мы. Свет очень плохо выглядит. Надеюсь, ей не поздно достать бинты. Не поздно. Я достал ей бинты. Не зря, ребят, я украл это. А теперь Света должна ложиться спать. И мы идем спать. Только вначале... Для чего нужны эти лекарства, я не знаю. Медикаменты... Да, это от болезней. А, я забрал для болезни лекарство одно у деда. Жаль. Ну ладно. Главное, что он пока держится. Мы голодны. Света что думает? Неужели кража единственный способ получить то, что нам нужно? А как теперь выжить тем людям, которых мы ограбили? Ну они выживут, я им оставил очень много припасов. Извиняюсь. Так, нам торговец не нужен ведь? Ну как сказать, у меня есть много полезных припасов. Наверное. Ждем? Нет, не буду даже ждать, наверное. Да, я не буду ждать. Мы сэкономим все. Охраняй, а ты спи в кровати. Она должна выздороветь. Вылечиться, она должна. На нас напали. Мы отбили атаку. Крутые злобные ребята были. Света чувствует себя гораздо лучше. Но нам нужно лишь присматривать за ней. Где же ты, Света? Ты спишь? Спи и отдыхай. Я вот с удовольствием поел. Мы больше не ранены, что? Как? Наши раны затянулись сами. Отлично.
Еще нож. Нет. Никакого ножа. Мне нужно... Миксер лекарства, выращивать растения. Замешивать порох. Делаем. Но будем агрессивно настроены. Так. Ребята, наступают все хуже моменты. У нас нет пули, у нас нет ничего. Осталось всего 7 пуль, это 2 рейда. Я тоже надеюсь... Ой, 14 градусов! Мы начнем сейчас заболевать. То есть, помимо наших проблем, наступает еще и зима. Подкладываем в печь 4 бревна. Температура повышается. Ложимся спать. И идем за припасами. Завершить день. Нет или да? Давайте дождемся торговца. Ждем до 10 часов. Просто ждем. Ой, я перетопил, походу, дом. 24 градуса. Уже очень даже хорошо. Зато никто не заболеет. Прекрасно. И... Никого. Охраняй. А я добуду нам еду и лекарства. Не знаю, как мне это сделать. В гараже осталось написано много лекарств, но я их не видел. Много лекарств, немного еды нет. Супермаркет, немного лекарств нет. Дом для двух семей. Опасность. Половина дома разрушена, а в другой половине живут люди. В другой половине. Кажется, они недружелюбные. Ночью оттуда можно слышать выстрелы. Мы могли бы обеспечить заброшенную... обчистить заброшенную часть дома, если удастся проскользнуть через обитаемую. Рискнем, ребята. Мы рискнем. Да. Я пойду во всеоружие. Потому что мы не знаем, что нам нужно будет взять, точнее, через что мы пройдем на пути к еде и лекарствам. Я лучше уж ничего не возьму, кроме нужных нам ресурсов. Это та часть дома, откуда доносятся выстрелы. Нужно действовать крайне осторожно. Начнем сразу с отмычки. Угу. Никого нет. Взламываем дверь. Куда же пойдет этот вот силуэт? Так, дверь закрыта. Предлагаю рискнуть. Тихо, что это? Это девушки безоружные. Что они говорят? О, это женский клуб какой-то. И у них главное это Бажена. Какая-то Бажена, которая, видите, готова убить их. То есть они настроены не медикаменты больному. Ребят, вы агрессивные. Я до такого не опускаюсь, а вы? Вы видите... Не очень хорошо себя как-то ведете даже. Хорошо, обчистили все. Ой-ой-ой! Я не закрыл дверь.
тут кто-то есть. Что? Нас увидели? Бандиты? Нет, нет, не бандиты, ребята, мы не бандиты. Что? Прости, пожалуйста, но... Ты убийца. Ты готова убивать ни в чем не повинных людей? Я понимаю, ребят, что это очень жестоко, но... Нельзя так делать. Мы хотели пройти в другую часть дома, поздороваться с людьми. Просто поздороваться, грубо говоря. А они нацелены на нас. Это ужасно. До чего докатились люди? И за это они пожалели. А тем временем у нас остается все меньше и меньше часов. Нам нужны медикаменты. Еда. Ну, хотя бы еда. Давай, давай, давай. Не зря я взял ножовочку. Проходим вниз. Кто-то там есть. Но ведь эта часть дома заброшена. Возможно, это бандиты пришли рейдить сюда тоже. Так. Ножовка, еще одна на пути к холодильнику. Нет! Я думал, мне хватит ресурсов. Тут очень много людей. Мышь, что ли? А наверху кто? И тут кто? Мыши. Это просто мыши. Так. Спускаемся. Спускайся. Да ладно! То есть мы умрем от голода? Неужели? Ай-яй-яй, ребята. Мы умираем от голода потихоньку. Что? Там кто-то был. Крысы не поднимаются по лестнице. Снайпер? Кто здесь? Кто ты? Сумасшедших девушек? Нет, я не одна из тех сумасшедших девушек. Это, видите, ребята, обычный такой же бродяга, как и мы. Который тоже ищет припасы. А вот и они. С ружьем? Я так и не понял. Ребята, нет времени. Ай-яй-яй. Нет времени у нас ни на что. Уходим. У нас нет времени. Все. Мы не добыли ничего. Нам не хватило ножовки. Собираем все, что можем еще. И уходим. Бежать к выходу. День 17. Так. Смотрим, ребята, смотрим. Нас напали. Света снова получила несколько серьезных ран. Ситуация очень критическая. Они украли у нас травы, патроны и воду. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Марка напал на кого-то, украл их вещи. Убийство не способ. Как мы сможем глядеть в глаза людям, когда война закончится?
Нужно поговорить с Марком. Тяжело ранена, опечалена, устала. Поговори с ним. Я знаю, либо они, либо мы. Но мне все равно плохо. Света уже серьезно раненая. Она, скорее всего, умрет? Нет! Я не допущу этого. Я не допущу смерти ее. Пожалуйста, торговец, приди сегодня сюда. Прошу тебя, я тебе дам все, что у нас есть, но ты дашь мне эти медикаменты, дашь. Они разговаривают. Очень голоден, устал. Мы потихонечку умираем. У Марка серьезная депрессия. Это было его, наверное, первое убийство. Но у меня не было выбора. Она вышла с ружьем на меня. И я принес патроны. И ружье. Теперь мы справимся. Я надеюсь, депрессия пройдет у него. И мы сможем выжить. Ой, хорошо-то как! Счастье пришло к нам в дом. Я могу как-то перестать разговаривать? Да. Света, сейчас ты будешь жива. Ты. Прошу тебя. Прошу, бинты. Бинты, еда. Так, самогон. Мне это нужно взамен на вот это, вот это, вот это. Все это я хоть не могу обменять у тебя на книги и на игрушки. Пока. Депрессия очень устала. Света, бинты. У нас нет времени на то, чтобы депрессию выгонять. И кушай. Нет, готовь, приготовь, приготовь. Двойную порцию, давай. А ты пойдешь кушать сейчас. Ох, Марк говорит, зачем тебе это было нужно? Он для тебя старается, Света. Для тебя. Эх, так. В принципе, торговец пришел крайне вовремя. Мы поедим. Полностью объедим все, что только можно. И... Почему я купил алкоголь? Самогончик. Вот зачем. Чтобы Света пошла отдыхать. А мы выпьем. Теперь мы пьяны, уставшие, но у нас прошла депрессия. Можно ли спать, когда мы пьяные, нет? Ложись. Завершить день. Ой-ой-ой, он у нас пьяный, он будет отсыпаться в кровати. Блин, Свете придется охранять. У нас есть еще бинты. У нас есть бинты. День 18. Посмотрим, пожалуйста, тишину. Света чувствует себя гораздо лучше. Голодна, ранена, печалена. Спать, Свет, спать. Голоден, похмелье, печален. Похмелье это нормально, друг. Нормально. Ой-ой-ой, у нас еще еда есть. Мы поймали еще еды, ребята. Живем. Так.
Замечательно. Идем наверх. Он у нас не уставший, все круто. Мы смогли восстановиться. Более-менее восстановиться. Так, нужна вода. Мы смогли более-менее выжить. Второй раз после... Спи, 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 прости, Света, прости. Так, прости, нет, я не хотел, чтобы ты вставала. Ложись спать. Сегодня мы кушать не будем, не будем кушать. Сегодня мы завершим день, наверное. Давайте не будем терять надежду. Конечно, не будем, посмотрим. Что? Банды мародеров каждую ночь рыщут по городу, нападая на дома. Рекомендую сохранять максимальную бдительность. Благодаря сброшенной гуманитарной помощи кофе снова появился в поголовье. Хотя он остается дорогим товаром, цены на него снизились и больше не граничат с вымогательством. Замечательно, ребята. У нас цены вернулись в освояси. И мы с вами эту ночь сидим дома и защищаемся. Ранено. Ранено, да? Спи в кровати, а Марк охраняет. Я надеюсь, если что, он ее разбудит. Нас напали. Это были очень агрессивные мародеры. Украли всю еду, воду, потратили патроны, Света умирает. Марка получила ранение. Смертельно ранена. Сейчас так легко получить ранение. Знаете, ребята, пусть лучше они воруют, чем убивают ничего не повинных людей. Пусть лучше так и будет. Давай, давай, Света, ты должна принять лекарство. Ты должна принять лекарство и поесть. Если она умрет, это будет... Света умирает. Но без бинтов мы ничего не сможем поделать. У нас есть бинты. У нас есть бинты. Сделаю поесть, себе покушать. Я не буду. Я не буду есть. Вот теперь хорошо. Ложись спать. Нам нужна нормальная дверь, защищенная дверь. Что для нее нужно? Бандиты знают, что мы здесь. Они вернутся с подкреплением. Не хватает запчастей и одной электрической детали на дверь. Ждем до 10 часов. Кто это? Дети? Света не может, конечно. Мне нужна помощь, помогите. Ребят, у меня нет ничего. Маленькие. Наша мама заболела. Ай-яй-яй. Ребята, нам нужно... Может быть, позже, ребята. Все будет хорошо. Они сказали нет. Они не сказали нет. Ребята, вы возвращайтесь попозже. Я добуду вам лекарство. Добуду. Завершить день. Ребята, Света ранена, она же спать в кровати, а Марка должен идти и добывать. Много лекарства.
Требуется осторожность. Малая разбомбленная школа, много лекарства, опасность. Мне тут, правда, немного еды. Мне нужно много еды. И... так. И лекарства, да? Дом для двух семей. Огромное количество еды, но нет лекарства. Нет лекарства. Ребят, мы готовы воровать. Другого выхода я не вижу. Да. Мы рискнем. Я понимаю, что это очень ужасный поступок сейчас будет. Но... я должен спасти Свету. Я так долго ждал ее. Так долго ждал помощницу. И если она умрет, все будет зря. Все выживание. Вся война. Врываемся. Я вошел. Простите. Я заберу у вас только то, что мне надо. Пожалейте нас, прошу вас, не забирайте еду. Блин! Ох, ребята, нужно что-то делать. Я возьму... я возьму не все. Я больше брать ничего не буду. Я не все у вас взял, ребят, не все взял, не все. Мне нужно еще лекарства. Я не буду вас бить. Я не буду вас убивать, как делают эти дураки-бандиты. Придурки, которым лишь бы убить меня. Убить Свету. Мне нужны запчасти. Лекарства моей жены. Я понимаю. Но она не лежит в постели. Письмо от дедушки Бернада. Какой-то Эллен. Мы рады, что тебе удалось жить с тетушкой. Война не так уж и плоха. Просто она не подходит для детей. К тому же, говорят, что она скоро кончится. Поэтому о нас не волнуйся. Бабушке уже лучше. Она просила не говорить тебе. У нас сберегла немного муки, чтобы сделать то печенье, которое ты любишь. А я обещаю тебе починить качели, когда ты вернешься. Ребят, я взял лекарства, конечно, все, да. Но мне нужно это. Мне нужно это. Не только мне, а тем детям. Тем маленьким детям. Которые ни в чем не виноваты. Вот, я оставлю вам одно лекарство, даже два лекарства. У вас есть два лекарства и еда. Вы сможете выжить, я всего лишь забрал половину. Вам так много не надо. Серьезно. Я понимаю, что вы продали все, но... у меня нет другого выбора, друг. Я не беру ничего плохого. Вам это не надо. Вам это не нужно. Пистолет вам тем более не нужен. Бежим к выходу. Марк уже в убежище. Мне кажется, Марк сейчас идет с ума из-за такого, за то, что он сделал. Борьба с преступностью. День 20. Ночь прошла неважно. Свет выглядит так, словно не спала всю ночь. Видимо, что-то дерзает ее. Марк занимался поисками, привез кое-что интересное. Света получила несколько серьезных ран. Ситуация очень серьезная. Так, Света сразу бинты. А хотя нет, ребята, давай... что? Да. Давайте закончим на этом. И продолжим в следующей серии. Если вам понравилось данное видео...
ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мошт, и до встречи в следующей серии, ребята. Всем пока. Такая вот тяжелая война, тяжелые поступки.